Вечер накануне. Трасса Барнаул-Новосибирск. Лобовое столкновение фуры и легкового автомобиля. Обе машины в кювете, а пострадавших пока не сообщается. Но они наверняка есть. И так каждый день июня. Статистика ДТП как сводки с фронта. За 8 дней июня 89 пострадавших и 6 погибших. Сильно много ДТП за один день. У нас что, обострение после ковида, что ли? Это какой-то трэш с авариями. Водители тоже несутся, как угорелые, боятся на тот свет не успеть. Даже страшно в Инстаграм выходить. То аварии бесконечные, то пешеходов сбивают. Среди участников аварии и водители авто, и других мобильных средств передвижения, а также пешеходы. Так, в Бийске водитель на зебре не заметил мальчика, который переходил дорогу. Ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести. А про шофера пишут, что он пожилой и плохо видит. А это недавний случай в спальном районе Барнаула. Ребенок неожиданно выскочил на дорогу на самокате. Разговаривала. Большинство аварий со страшными последствиями происходят на дорогах федерального и регионального значения, то есть за пределами населенных пунктов. В городах же нередки такие наезды на пешеходов и велосипедистов. Увеличивается скорость транспортных средств, так как дороги, ни гололеда нет, дороги отремонтировали. Водители превышают установленную скорость, нарушают безопасную скорость, когда нужно вести транспортное средство, обеспечивая полный контроль за движением. И снижать скорость, когда возникает опасность, вплоть до полной остановки для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Сами дорожные инспекторы признают, что с наступлением лета жители края словно потеряли бдительность. Некоторые грешат на погоду. Мол, из-за жары и перепадов температуры люди становятся раздражительнее, и им сложнее себя контролировать, в том числе и за рулем. Есть и такие, кто во всем винит астрологию. Сейчас очередной период ретроградного Меркурия. Но какой бы ни была погода или настроение, стоит помнить – дорога – это зона повышенной опасности, говорят в ГИБДД. Правоохранители намерены увеличить число рейдов на дорогах края. Правда, подчеркивают, везде патруль не выставишь, поэтому каждому участнику движения стоит быть ответственнее и за свою, и за чужие жизни. Маргарита Гартунг, Андрей Печоркин, «День с толком».